Соревнования были зимний кубок молодежи. У нас они очень удачно прошли. Первый день я выиграл. Вчера я был вроде третий, сегодня я вот опять выиграл на этом же коне. Это для него это новая высота, поэтому так аккуратненько начинаем поднимать высоту для него. Маршрут не был очень высоким, я бы сказал, но он был техничный. Нужно было работать много связок, где-то вперед, где-то назад. Мне понравилось. Да, доволен результатом. Лошадь прыгала очень хорошо. Я, как уже говорил, это новая высота для него в этом сезоне. Поэтому, да, конечно, я доволен. В принципе, мы приезжаем каждые ваши старты, потому что больше и некуда ехать. И здесь манеж очень хороший, большой, прям как на улице, можно сказать, поле. Бывает даже в некоторых соревнованиях такое. Поэтому мы приедем, как только будет следующее соревнование, через 2 недели.